Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю. Актер Дмитрий Харатьян очень тщательно скрывает свою личную жизнь. Нечасто можно встретить совместные снимки артиста со своей семьей, но в честь своего дня рождения супруга артиста Марина Майко продемонстрировала фото с мужем и сыном. Фанаты актера сошлись во мнении, что Иван очень похож на звездного отца. На данный момент известно, что 59-летний Дмитрий Харатьян был дважды женат. Первоизбранницей Дмитрия стала однокурсница Марина Буримова. Позднее актер признался, что поспешил с браком, поэтому пара не сумела сохранить семью. От Буримовой у звезды картины «Горды Марины вперед» осталась дочь Александра. Второй раз артист женился более осознанно. До свадьбы Дмитрий встречался с возлюбленной Мариной Майко несколько лет. Супруга подарила звезде кино сына Ивана. С самых ранних лет мальчика в семье поговаривали о его сходстве с звездным отцом. Светлые волосы, выразительные глаза, отцовские манеры. Сейчас Ивану Харатьяну 21 год, и увидев молодого человека, поклонники артиста отметили, он вырос копией Харатьяна-старшего. Фанаты артиста поздравили его жену Марину с днем рождения, осыпав ее комплиментами. «Какая красивая семья! А как возмужал Ваня! Как похож на отца!» – восхищались пользователи. «Марина красавица, а Иван точная копия Дмитрия!» – написали комментаторы. «Похоже на все, что сам Иван Харатьян не стремится быть похожим на папу. Он носит другую прическу, предпочитая коротко стричься и периодически отращивать небольшую бороду. Наследник артиста не пошел по стопам звездного отца. Хотя Иван учится в театральном вузе, он выбрал режиссерский факультет. На данный момент сын Дмитрия уже участвует в съемках нового фильма Светланы Дружининой «Горды Марины 4». Наследник артиста очень редко присутствует на светских мероприятиях и всегда вместе с отцом. Сыну Дмитрия часто советуют сниматься в кино, но он всегда непреклонен и говорит, что ему гораздо ближе работа за кадром. Напомню, что благодаря именно семье и непосредственно его жене Марине, Дмитрий смог пережить тяжелые времена, Марина спасла его от алкоголизма и депрессии. Но все же поддержка супруги помогла Харатьяну измениться и начать новую жизнь. Но что скажете вы по этому поводу, уважаемые зрители? Сильно ли похож Иван на отца? Напишите свой ответ в комментариях.